Досмотрев видео до конца, вы увидите несколько анимированных окон. Нажимаете на одно из этих окон и переходите на следующий рецепт. Также в ссылке под видео будет плейлист, в котором расположены все остальные рецепты. Сегодня мы будем использовать опять базовые и эфирные масла. Нам сегодня нужно миндальное масло, дальше масло эфирное жасмина и масло иланг-иланга. Покупаем два эфирных масла и базовое масло. Берем, ну можно в принципе вылить сначала в пиалу, а потом заново перелить в бутылочку. Конечно, потом это все можно хранить. 50 мл масла базового. И добавляем туда по 5 капель наших эфирных масел. Это жасминовое масло и масло иланг-иланга. По 5 капель добавляем. Размешиваем, ну, в принципе, сливаем все обратно в бутылочку. Хорошо все перемешиваем, и теперь мы можем все использовать. Идеально делать большим курсом, например, 3 месяца. Один раз в неделю. Моем голову, чтобы она была чистая. Сушим ее. И там через какое-то время можно втирать в голову данное масло. Берем просто пальчиками, там, отливаем сколько нужно в пиалочку, немножко. Там, ну, примерно одна десертная ложка. Отливаем там немножечко и все. И пальчиками начинаем массировать нашу голову и втирать в нее наше масло. Один раз прошлись, минутка-две это занимает. И потом сразу же проходимся заново второй раз. Второй раз делаем массажные движения по всей волосянистой части. Быстро все закутываем, чтобы голова же у нас прогрелась от массажа, чтобы там создалось такое себе подобие микросауны. Поры хорошо расширятся, и тогда питательные вещества быстрее устремятся и будут всасываться нашей кожей и подкожной клетчаткой. Все, хорошо закутываем, можно одеть шапочку, можно использовать полиэтилен, кулек и так далее, и так далее. И сверху заматываем полотенцем. Махровым хорошим полотенцем. Первый сеанс ходим 15 минут. Смотрим на аллергические реакции. Если все в порядке, значит двигаемся к 30 и даже к 40 минутам. После истечения данного времени смываем все качественным нейтральным шампунем.